Какого? Сенкю хаку куджу року нэнья. Она тага хонмоно но нинджа ни нару кото ойоми мите и та тойо тагами о укуторимашта. Нинджуцу кенджуцу ушу токуши юри ни шизука ни шинобикоми. Суро дой шурикен детеке офун сайшимас. Ниджу го нэнго ваташтачи но ичи зоку вацуини аната омицкимашта. Ваташтачи ва аната омитикете укудашимашта. Ninja Ryu Kenden O Tao Seban Honmono no Ninja ni Narimas. So de nakereba Hajiwa Anata Omateimas. Sorewa Anata Gashi ni Yote nomi Arainagas. Да бред какой-то. 25 лет назад. Да мне 7 лет было. Да каждый хотел стать ниндзя. Да и не таким ниндзя я хотел стать. Случай позор, смыть который ты сможешь только смертью. Ну что ж, похоже, выхода у меня нет. Как нет и оригинального картриджа. Есть только европейский Shadow Warrior, да и тот на китайском наводили, ну, наверное, подойдет. Иначе, как там было? Арайнакасу котога декимасе. Стоп, тут что-то еще. Котога декимас. Кунай ва джибун де хокан декимас. А, ну за кунай спасибо. Ну что, пойдем посмотрим, что за ниндзя такой. Если вы жили в 90-х, то не мне вам рассказывать о популярности восточных единоборств на просторах нашей необъятной. Эта мода пришла к нам с Запада. Естественно, там она набрала популярность намного раньше, еще в 80-х. Фильмы про мастеров кунг-фу, джиу-джитсу, кёкушинкай, тэквондо, майтай и десятков других боевых искусств появлялись как грибы после дождя. Кумирами молодежи были Брюс Ли, Боло Йонг, Сони Чиба, Джеки Чан, их американские последователи – Синтия Ротрак, Дольф Лундгрен, Чак Норрис, Стивен Сигал и многие другие. Но со временем их слава стала потихоньку гаснуть, и на первый план начали выходить скрытые воины, разящие своих врагов острыми и точными сюрикенами. Ниндзя с японского «рэнджо» – скрывающийся, или синоби с японского «шинобу» – воровать или прятаться – именно так называли шпионов в Древней Японии. От них требовалось добывать информацию о противнике любым способом. Наблюдение, обман, пытки и убийства. Для ниндзя все это было не чуждо. Благодаря им военачальники обладали самым ценным на поле боя – информацией о противнике, его численность, местоположение, а в самых лучших случаях – планы вражеских генералов. Но несмотря на это, шиноби презирали обычные воины. Ведь по кодексу чести врага нужно встречать лицом к лицу. Ниндзя же в большинстве случаев делали все украдкой, тайком, стараясь не наделать шума, не выдать себя и не вступая в открытый бой. Как бы то ни было, ниндзя были незаменимы, и учитывая род их деятельности, они должны были уметь не только обращаться с любым видом оружия, но и знать, как от него защититься. Сила, ловкость и выносливость – незаменимые характеристики ниндзя наряду с тренированным слухом, чутким обонянием и особой зрительной памятью. Шиноби должен был знать медицину, разбираться в травах, ядах, в иглоукалывании, мастерски маскироваться как в городах, так и вне их, оставаясь незамеченным. Одним словом, эдакий универсальный солдат, способный подстроиться под любые условия, чтобы выполнить задачу. Одежда ниндзя – вот настоящий камень преткновения. Как мы представляем себе ниндзя? Черный костюм с повязками на руках и ногах, легкая и тонкая обувь, позволяющая бесшумно передвигаться, обязательно черная повязка, скрывающая лицо шиноби. Нет, на самом деле ничего такого не было.
и ниндзя никогда не носил черных обтягивающих костюмов. Их одежда — это любая одежда. Не забывайте, что они были мастерами перевоплощения и маскировки и часто выдавали себя за обычных крестьян. Нередко они носили и обычные кимоно, но не черного цвета. Черный цвет очень сильно выделяется ночью, поэтому их костюмы были преимущественно красновато-коричневых, пепельных, желтовато-коричневых или темно-серых оттенков. Именно такие оттенки позволяют полностью слиться с ночной мглой. Откуда же взялись черные обтягивающие костюмы? Из кукольного театра Бунраку, в котором кукольник находился на сцене и, чтобы зрители его не видели, одевался в черную одежду, полностью скрывающую его задним фоном. Такие же костюмы применяли и в театре Кабуки, когда для сохранения интриги на сцене должен был появиться неизвестный убийца. Вот в таком виде этот костюм перекочевал в кинематограф, а позже в видеоигры. В 1988 году компанией Tecmo велась разработка сразу двух проектов под названием Ninja Gaiden. Это были игры для аркадного автомата и домашних консолей. Две абсолютно разные команды, два абсолютно разных проекта. Объединяло их только название и тематика — ниндзя. Но прежде чем рассказывать об игре для Famicom, давайте остановимся немного на ее аркадном брате. А выглядела Ninja Gaiden для аркадных автоматов вот так. Да, это битэмап. Битэмап про накачанного шиноби. Сама игра довольно неплоха по меркам аркадных автоматов. Умеренно сложная и довольно затягивающая, чтобы выкачивать четвертаки из игроков. По сюжету нам необходимо остановить темный культ с потомком Нострадамуса во главе, который хочет устроить конец света. Всего в игре 6 уровней, но всех врагов можно увидеть и на первом. Боссы повторяются. Это борцы сумо, рестлеры, акробаты в масках и главный босс. Сам Бладедамус. В арсенале ниндзя всего несколько ударов, а вот оружие нам дают ой как нечасто. В целом игру приняли довольно хорошо, аркадные автоматы приносили доход и Гайдена портировали на домашние компьютеры Amiga, Commodore 64, ZX Spectrum и даже на портативку Atari Lynx. Хидео Йосидзава пришел в Tecmo в 1984 году и в первое время занимался продажей аркадных автоматов. Хидео постоянно крутился вокруг программистов компании, он хотел сам разрабатывать игры и вскоре руководство это заметило. Первой игрой Хидео Йосидзавы стал Pinball Action, опять же для аркадных автоматов. В то время многие компании разработчиков переключили свое внимание на домашнюю консоль от Nintendo, и Tecmo не стало исключением. Многих разработчиков аркадных хитов перевели в консольный отдел. Так Хидео стал делать игры для Famicom. И первым его проектом был Mighty Bomb-Jack, очень полюбившийся у себя на родине, но довольно холодно встреченный на Западе. И вот в 87 году руководство Tecmo доверяет Хидео ответственное задание — сделать игру про ниндзя. Да такую, чтобы и в Японии, и в Америке она стала настоящим бестселлером. В первую очередь молодой геймдизайнер решил изучить матчасть, для чего выписал из Штатов кучу литературы и фильмов о ниндзя и был сильно удивлен тому, как на Западе представляли шиноби. Но игра должна была выйти и в Японии, и в Америке, и Хидео решил дать западным игрокам такого ниндзю, какого они хотели бы видеть, а японских геймеров познакомить со странным американским видением шиноби. Создавать игру в жанре битэмап ему не хотелось, да и перекачанный ниндзя, которого создавали его коллеги для аркадного автомата, ему не нравился. Шиноби, по мнению Хидео, должен быть ловким, быстрым и долго не задерживаться на одном месте. Поэтому выбор пал на жанр платформеров, а если точнее, экшен-платформеров. И работа закипела. По разным журналам того времени, посвященным видеоиграм, можно проследить некоторые этапы разработки. Часто в них появлялись скриншоты грядущей игры про ниндзя. В них можно узнать некоторые уровни, хотя расположение врагов и платформ на них не такое, как в финальной версии. Что касается геймплея, Хидео Йосидзава стал своего рода новатором, добавив в игру возможность цепляться за стены и отпрыгивать от них. До него никто ничего подобного не делал, а вот после многие герои научились повторять этот трюк. Взять хотя бы Бэтмена. Не обделили главного героя и дополнительными умениями и оружием помимо катаны.
Это возможность кидать сюрикены, атаковать огненным вихрем и закручиваться в воздухе в смертоносный волчок. Все эти способности разложили по уровням в специальных предметах – в фонарях, птицах, пауках, в факелах. При этом из одних предметов выпадали способности, а из других – кувшины с маной или магией ниндзя, которая тратилась во время использования спецприемов. Разработчики нарисовали так много предметов для того, чтобы они были вплетены в антураж уровня. На улицах американского города на домах висят фонари, в пещере висят факелы, в джунглях ползают пауки. Все на своих местах. При этом на некоторых отрезках уровней пауэрапов нет, просто потому что паук или факел не может висеть в воздухе. Довольно-таки реалистично для 8-битной игры. И все это оружие разложено по уровням так, чтобы использовать его сразу. То есть, если нам выпали сюрикены, значит ими нужно воспользоваться здесь и сейчас. Но есть один интересный баг. Если донести до конца уровня hack and slash, пауэрап, позволяющий крутиться в воздухе, то босса можно победить одним точным ударом. От инноваций геймплейных можно перейти к инновациям другого плана. Хидео Йосидзава решил, что его игра будет не просто забегом от начала уровня к боссу, в игре должен быть сюжет. И не банальный – спасти принцессу из лап злодея, а глубокий, продуманный, с внезапными поворотами. И таковой был написан. Но как его подавать игрокам? Да, к тому времени уже появились игры в жанре визуальных новелл, в которых сюжет подавался текстом. В других играх были короткие описания происходящего в мануалах. В-третьих, персонажи разыгрывали небольшие сценки. Ну, как разыгрывали? Два пиксельных героя и куча текста, который неинтересно читать. Нужен был художник. Так в команде появился Масато Като. Он уже работал художником-аниматором, но из-за проблем с деньгами искал вторую работу. В Текмо он начал работать сразу над двумя проектами – «Капитан Цубаса» и «Ниндзя Гайден». Йосидзава написал к игре огромный сценарий. У него были раскадрованы все сцены, вплоть до мелочей. Даже продолжительность сцен была прописана, и отходить от нее было нельзя. Все это он донес до Масато, и они начали воплощать задумки геймдизайнера в жизнь. Като частенько не нравились предложенные его шефом идеи, и он пытался их оспорить. В самых редких случаях Масато выходил победителем, и его идеи реализовывались в проекте. Всего получилось около 20 минут катсцен, они заняли добрую половину картриджа Famicom. Такого до Tecmo не делал еще никто. Это был целый фильм, гениально вплетенный в игру. Для его создания пришлось приложить немало усилий и прибегнуть ко многим уловкам. Например, простенькая анимация задника дает эффект быстрого бега шиноби, а изменение масштаба и положения объекта в кадре позволяет показать движение камеры. Все это происходит в узкой полоске в верхней части экрана. Нижнюю оставили для диалогов. Да, текстом в игре подаются только диалоги. Все остальное мастерски нарисовано и анимировано Масато Като. Один только взгляд Рю Хаябусы полностью передает все им сказанное. Даже если это всего лишь фраза «какого?». Итак, у нас есть интересные геймплейные элементы, есть сюжет, подаваемый в катсценах. Чего не хватает? Правильно, музыкального сопровождения. 19-летний Кейди Ямагиси только закончил колледж и искал подработку. Он даже не думал, что станет композитором, а уж тем более создателем музыки для игр. Кейди хотел стать пилотом. Но в Tecmo узнали, что он пишет музыку в качестве хобби и пригласили его на собеседование. Молодому композитору предстояло написать несколько музыкальных тем для катсцен, для боев с боссами и для уровней. Все они должны были передавать дух и настрой игры. И Кейди блестяще справился с этой задачей. Его саундтрек из Ниндзя Гайден до сих пор остается одним из лучших на 8-битной платформе. Темы из Ниндзя Гайден не раз попадали под обработку современных кавер-групп и диджеев. Теперь можно поговорить и о самой игре. Начинается она с катсцены. В ней два ниндзя сходятся в смертельной схватке. В результате один из них умирает. Вскоре наш герой, Рю Хаябуса, получает письмо от своего отца, в котором тот просит молодого ниндзя отправиться в Америку и найти его друга, археолога Уолтера Смита. Что ж, отправляемся в Штаты, и нас ждет самый первый уровень, в котором мы знакомимся с основными механиками игры. Учимся сражаться и прыгать по стенам. Уровень короткий и не очень сложный, в самый раз для знакомства с игрой.
Здесь же встретится и первый босс – Барбариан. В мануале к игре о нем сказано, что он первый из злобной четверки, который разрубит в клочья все, что попадется на его пути. Что живет он глубоко в бразильском лесу, который использует в качестве своего убежища. Он нападает на своего врага, яростно размахивая огромным топором. Рю расправляется с ним своим мечом, и мы смотрим следующую катсцену. В ней таинственная девушка усыпляет Рю с помощью газового пистолета. Он приходит в себя в камере, куда вскоре опять приходит та девушка, дает ему какую-то статуэтку и помогает сбежать от похитителей. Рю пробирается через какие-то складские помещения, попутно отбиваясь от врагов. Этот уровень уже немного длиннее, но все еще довольно-таки простой. Летучие мыши не доставляют особых проблем, противники медленные и туповатые. Рю выбирается наружу, где его ждут военные с автоматами и ножами. Странные чуваки в балахонах, кидающие в нас кресты, как будто на них бежит не Рю Хаябуса, а граф Дракула. Особенность уровня в том, что в некоторых местах необходимо спуститься вниз. Именно спуститься по лесенке. Если решите упасть рядом, минус жизнь. Ниндзя добирается до алтаря Амуры, где его ждет следующий босс – Бомберхед. Он родился в Бронксе и рано встал на преступный путь. На родных улицах его боялись все больше, пока он не стал главным злодеем в Нью-Йорке. Несмотря на такой серьезный титул, Бомберхед побеждается очень быстро. И нам открывается следующая катсцена. В ней Рю задается вопросами о том, что это за статуэтка и что за девушка сначала вырубила его, а потом помогла сбежать. Ответы на них он хочет узнать у Уолтера Смита, о котором писал в предсмертном послании его отец Кен. По мечу дракона Уолтер сразу узнает в нем сына Хаябусы и рассказывает, как они с Кеном нашли две статуэтки в экспедиции на Амазонке. Они являются вместилищем злобного демона, 700 лет назад побежденного отважным шиноби. Рю показывает ученому статуэтку, но тут в комнату врывается еще один ниндзя и, вырвав из рук Хаябусы реликвию, скрывается. Ниндзя бросается в погоню. Уровень начинается на берегу озера. Здесь впервые появляются враждебно настроенные птицы. Сколько нервов они мне потрепали, постоянно появляясь в самое неподходящее время. Также на этом уровне впервые появляются пауэрап песочные часы. Работает он очень просто. Подбираем его, и время останавливается. Все враги замирают на месте, но он настолько редко встречается в игре и в таких местах, которые и без него пройти довольно просто. Для чего он там? Непонятно. Пройдя побережье, Рю попадает в горы. Здесь еще больше птиц, солдат и чуваков с крестами. Нет, серьезно, почему они кидают в шиноби кресты? Уровень все еще не самый сложный. Главное запомнить, в какой момент вылетают птицы, выбегают солдаты и собаки. И никаких проблем не будет. Кроме самого последнего участка. Сколько же раз я умирал там просто потому, что кидал сюрикен или на секунду раньше, или на секунду позже. Рю заходит в пещеру, и тут начинается битва с третьим боссом – Берсерком. Когда-то давно он состоял в тайной китайской организации, известной как «Пятерка рейнджеров судьбы». Тоже не самый сложный босс, в бою с ним можно даже не двигаться с места. Главное – отбивать его сюрикены. Итак, Берсерк повержен. Рю забирает статуэтку и возвращается к ученому, где выясняется, что на дом совершено нападение. Уолтер тяжело ранен, а вторая статуэтка, которую тот прятал у себя в доме, похищена. Ученый предостерегает Рю о катастрофе, которая возможна, если обе статуэтки попадут в плохие руки. Старик умирает у Рю на руках, и в комнату врываются люди в черной одежде и, угрожая оружием, уводят ниндзю с собой. Незнакомцы оказываются агентами ЦРУ, и Фостер, глава специального разведывательного отдела, рассказывает Рю о храме в чаще амазонских лесов, где, по-видимому, хранились обе статуэтки и где их нашел Уолтер. Зная легенду о демоне, Уолтер хотел запечатать старый храм, чтобы никто не пытался вызвать древнего монстра. Но агенты выследили человека по имени Гуардиа Демье, известного также под именем Жакио. Ему каким-то образом удалось проникнуть в храм, и теперь он планирует объединить обе статуэтки, вызвать в наш мир демона и с помощью его огромной силы подчинить себе весь мир. Фостер приказывает Рю незамедлительно отправиться в храм и остановить Жакио. Действие следующего уровня происходит в лесах Амазонки. Из врагов здесь все те же птицы, солдаты с автоматами, собаки, летучие мыши и опять эти чуваки с крестами. Да скажите же им кто-нибудь, что нельзя не бояться крестов. Рю добирается до вершины горы и видит тот самый храм, возвышающийся над лесом. И здесь есть любопытный факт. Это не просто красиво нарисованная картинка.
Если взять карту следующих уровней и поместить ее на храм, то все в точности сойдется. И подъем вверх, и мост, на котором Рю будет сражаться, все на своих местах. Для своего времени просто потрясающе. Для начала Рю необходимо попасть внутрь, и он решает сделать это, пробравшись через подземную шахту. Из врагов здесь ниндзя, выпрыгивающие из-за экрана, демоны, похожие на ниндзя в странных масках, кидающие в нас мечи, и птицы. Если вы захотите поиграть в Ниндзя Гайден, будьте готовы к тому, что к концу игры вы возненавидите птиц. Ниндзя попадает в храм, здесь его ждут новые виды противников. Чуваки-каратисты машут ногами, большие статуи плюют ядом, зеленые чуваки в масках кидают топоры. Уровень достаточно продолжительный, если учесть, что начался он еще в джунглях. Но особо сложным назвать его нельзя. Да, есть парочка мест, где можно серьезно влипнуть, но не более того. Босс уровня – верный питомец Жакио Кильберос. Злобный монстр может создавать свои копии и плевать едкой слюной, отравляющей противников. Скорее всего, назван в честь пса, охраняющего вход в царство мертвых – Цербера. Несмотря на угрожающий вид, победить его не составит труда. Главное – встать под одной из колонн. После победы Рю сталкивается с Гуардиа де Мье лицом к лицу. Оказывается, он держит в заложниках ту самую девушку, которая дала ему статуэтку. Жакио угрожает ее убить, и Рю приходится сложить оружие и отдать артефакт, после чего он попадает в ловушку и падает в катакомбы. Катакомбы встречают его как уже знакомыми демонами, летучими мышами и птицами, так и совершенно новыми врагами. Воинами с саблей и щитом, но они не удержат Рю на пути к свободе. Ниндзя пробивается сквозь врагов и оказывается у подножия храма, и теперь ему предстоит долгий путь наверх. Из врагов здесь все те же солдаты, воины с саблями, вездесущие птицы и гравитация. В одном месте нужно аккуратно спрыгнуть на отвесную стену, чтобы перепрыгнуть на платформу. Звучит очень легко, но с первого раза сделать это ой как непросто. Плюс, а точнее минус, в самый неподходящий момент вылетает птица, и стоит только сделать один неверный шаг. Рю лезет все выше и выше, и на вершине храма встречает кровавого Мальта, лидера кровавой четверки, в которую помимо него входили Барбариан, Бомберхед и Берсерк, в которых Хаябуса уже победил. Именно с Мальтом дрался отец Рю в начальной заставке, и именно от его рук пал Кен Хаябуса. Примечательно, что при любом раскладе битва начинается с полной полоской здоровья ниндзя, тогда как со всеми предыдущими боссами приходилось сражаться с тем количеством здоровья, которое удавалось до них донести. Уворачиваться от атак Мальта нет смысла, лучше просто наносить удар за ударом. После победы Мальт открывает тайну, что отец Рю жив, и ниндзя совсем скоро с ним встретится. Но это будет последнее, что увидит в своей жизни Рю Хаябуса. Ниндзя отправляется по мосту в храм, по пути уворачиваясь от чертовых птиц. Внутри храма его ждут все старые враги. Солдаты, птицы, статуи, каратисты, собаки и платформы, которые старательно расставлены разработчиками так, чтобы доставить игроку как можно больше проблем. Шестой уровень самый сложный из всех. Враги расставлены на коротких платформах, птицы вылетают с разных сторон, и иногда только чудом можно выжить и перейти на следующий экран. С помощью нереальной удачи, ловкости и тренировок в стиле Джеймса Рольфа. Да, я просто не могу не вставить сюда этот отрезок из его обзора. Он как ничто другое показывает хардкор шестого уровня. Итак, Рю добирается до комнаты с боссом и находит там дьявола в маске, который на самом деле оказывается его отцом. Все попытки достучаться до него тщетны, придется сражаться. Но сражаться здесь нужно не с самим дьяволом, а с кристаллом в стене, который им управляет. И нужно отдать должное, это не самая простая битва с боссом в этой игре. После всех простых босс-файтов нам преподносят нечто интересное. Самое главное здесь, как ни странно, не умереть. Континью в игре бесконечный, и после смерти можно начинать с начала блока. То есть, если мы погибли в конце блока 5-2, то начнем мы в том же блоке 5-2, но в начале. Но только не в битве с финальным боссом. Стоит умереть, как героя перенесут аж на уровень 6-1, и нужно будет проходить с самого начала весь путь по храму.
Это баг, который обнаружился на этапе тестирования. Но разработчики решили его оставить, чтобы подкинуть игрокам чуть больше челленджа. Поэтому собираем волю в кулак и разбиваем кристалл. Кристалл разбит, Кен Хаябуса снова стал собой, вот она радость встречи отца с сыном. Но тут вновь появляется Жакио и стреляет в Кена огромным шаром. Рю в ярости готов разорвать колдуна на куски и начинается еще одна сложная битва. Жакио летает под потолком и вызывает огненные шары, которые летят прямо в ниндзя. Придется потратить немало времени, чтобы научиться от них уворачиваться. А учитывая, что после поражения Рю отправится на уровень 6-1, вариант со смертью можно откинуть. Нужно выработать тактику и победить старого колдуна. Казалось бы, все. Главный злодей побежден, отец Рю в очередной раз оказывается жив и предупреждает о статуэтках. Их нужно вынести из храма до наступления Черной Луны. Но в этот момент происходит затмение, и из статуэток возрождается древний демон. Третий подряд босс-файт немного легче предыдущих. Нужно по очереди отрубить демону череп, хвост и добраться до сердца. Все это время демон, почему-то больше похожий на креветку, чем на древнее зло, атакует нас своими маленькими копиями. Достаточно приложить немного усилий и все. Игра пройдена. Можно смотреть финальную катсцену. Кен понимает, что его рана слишком серьезная и просит Рю спасаться вместе с девушкой, после чего умирает. Храм начинает разрушаться, и мы видим Рю уже без маски рядом с девушкой, которую вызывает Фостер и приказывает убить Рю Хаябусу. Девушка отказывается, выбрасывает передатчик, и мы наблюдаем поцелуй. Спасенная наконец-таки называет свое имя – Ирен Лью, уже бывший агент специального отряда под командованием Фостера. И они вдвоем с Рю со скалы наблюдают восход огромного солнца, как знак победы над тьмой и начало чего-то нового. Ниндзя Рюкенден вышла в Японии в конце 1988 года и сразу же полюбилась многим игрокам. Чтобы портировать игру на NES, японский офис Tecmo отправлял в Штаты на перевод и утверждение сценария игры. Ведь в Америке могли быть проблемы с различными религиозными организациями, если оставить все как есть и не согласовать со всякими комитетами и обществами. Название в игре тоже поменялось. Вместо труднопроизносимого Рюкенден было принято решение вернуть самое первое название – «Ниндзя Гайден», что в переводе с японского – «Альтернативная история ниндзя». Изменениям подверглись и обложки. На коробке японской версии игры был изображен сам Рю на фоне одной из статуэток и названия игры. На американской коробке Рю был изображен в более крутой позе с мечом и кунаем на фоне небоскребов Нью-Йорка. Вышла американская версия спустя пару месяцев, в марте 1989 года. А спустя целых 2,5 года та же самая игра появилась в Европе под названием Shadow Warriors. Дело в том, что в Европе очень сложно со словом ниндзя. Даже черепахи у них выходили под названием Teenage Mutant Hero Turtles. Обложка особо не изменилась, разве что поменялось название. Игра получила высокие оценки критиков, журналистов и игроков. Одни считают ее лучшей игрой про ниндзя всех времен, другие ругают за неприличную сложность. Но играют в нее по сей день. Позже игру портируют на многие другие платформы, перевыпустят в цифре и дадут серии трехмерное продолжение. Но сначала Хидео Йосидзава выпустит Ниндзя Рюкенден 2 и 3. Но это уже тема для отдельного видео. А у меня на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, было интересно. Напоминаю про большие пальцы вверх под видео, подписку на канал и колокольчик, который не даст пропустить новые интересные видео. Чекайте описание, там ссылки на мои соцсети и на Boosty, где можно поддержать меня не только лайком, но и звонкой монетой. И не забывайте, что это меня зовут Лулзифан, а вас нет. Играйте в хорошие игры. До скорых встреч. Пока-пока.